Там сцена уже стоит прямо перед центральным пляжем. 1-2 открытия сезона будет в Геленджике карнавал. Я вот для тех, кто не знает, покажу, какой песочек здесь. Может, кто-то первый раз будет ехать. Вот такой вот. Но он чуть-чуть отличается, допустим, как у нас в Анапе. Почему сравниваю все время все с Анапой? Потому что я там живу. С ограниченными возможностями, и подъезд хороший, и переодевалка для людей с ограниченными возможностями. И смотрите, в воде сколько людей купается. Почему? Потому что вода 24 градуса. Вы себе не представляете, как это классно. Сегодня у нас еще 30 мая, 24 градуса вода. Очень тепло, в Габардинке и то 20. В Анапе не знаю сколько. Здесь бескрайние пляжи, они прям... Сейчас дам вам панорамку на пляже, посмотрите, уж насколько позволяет моя камера. И вот, пожалуйста, тут... Опа, нажимаешь вот так, и пока такой лимит получается водички, можно, притом она везде, на всех пляжах, абсолютно бесплатно. Может, это связано с тем, что здесь песка так много, лимита. Может быть, просто так? У нас такого нет в Анапе. Почему? Почему у нас нет? Простите, что все с Анапой сравниваю, но живу я там. Например, медицинский пост делают массаж. Все цивильно закрыто. Не то, что у нас там шторками. Шезлонг. 150-150, зон 100. Вот здесь выйду. Заодно столовую, может, посмотрим. Столовая, говорят, нету, а есть. Сейчас, если разрешат, поснимать. И если она еще работает, то неужели работает? Что в Кабардинке очень много столовых не работало, когда я была позавчера или позавчера уже запуталась. О, салат всего 40 рублей. Лайк 45-50. Суп будете брать? А нет, я сейчас посмотрю и решу. Угу, прицениваюсь. Куриная 70, ножка, котлета 90. Шашлык 120. Выбираю себе столовую, чтобы бюджетно кушать. У меня режим экономии. Угу. Да, да, да. Спасибо. Перец 120. Пирожки есть даже 35. Все свеженько выглядит. Если кушали, напишите в этой столовой, чтобы знать. Ну, потому что мне никак, мне нужно бюджетно кушать. А вот здесь не ожидается. Народу побольше, место покрасивее, поесть много, где выбор есть. А то вот в той стороне я была, возле формы, вот там как-то все одиноко смотрится. Здесь много столовых, да? Мангал. Цена 6-140, 100 грамм. А здесь, о, лягушачьи лапки 430, 100 грамм. Даже лягушачьи лапки у вас есть. На этой площади мне сказали рынок. Тоже сцену строят к сезону, открытию сезона. Сейчас хочу купить что-нибудь покушать. Фруктов. Заодно вам покажу. Тут 30 помидоров, огурцы 70, черешня 250-230. 120 можно. Сейчас клубнички себе куплю. Вот это вау. А вот эта клубничка сколько стоит? Земляника это, да? 150, а малина и... Малинка 250, шелковица 100 рублей. 250. 100 рублей, да, шелковица? Так, ладно. Велопрокат. Что, почем? Цены есть?
А, вот. 150, 600, 800 сутки. Паспорт, залог, да, нужно оставлять? Нет, залог нужно. 1000 рублей залог, да? 1000. Угу. Документ не нужно, спасибо. Цены разные, да? Ага, куда предлагают нам? Квадроциклы 900, канатная дорога, сафари-парк. Хочу в сафари-парк еще, если получится, поездка в горы. У нас саламандра 500 рублей взрослый, 300 детский, лайнер империя 600 взрослый, 300 детский, дискотека на открытом море 900 рублей 4 часа, 500 рублей саламандра, ну вот 500 рублей пока такие цены. Тоннельный океанариум. Площадка, посмотрите, какая огромная. На фоне моря детки играют и с морским воздухом дышат. Это вообще лайк, точно. Геленджику за это. Молодцы, забудьте, садитесь.